Куда нас везут, товарищи? А? Шо вони множить, то множить. В контрразведке множил. И тут не кидая. Да он же отец того. Его три раза на расстрел водили. Так. Прелестно. Вот это наш курс на Персию. А где мы теперь? Вот здесь. Прелестно. Нам придется сделать небольшую прогулочку в сторону. Вот к этому острову. Перемените курс. Нет, нельзя. То есть, как это так нельзя? Много рифов, остров необитаем, нет огней, там нет воды. Прелестно! Это как раз то, что нам нужно. Зачем вам нужно? Потрудитесь исполнять приказы. Иначе я засажу вас в трюм к этим скотам. Команде ни слова, и не шляться по палубе без дела. Дай тельник. Миллер, тельник дай. Сейчас. Эх, ученый, держаться надо. А, да.
Что, собственно, происходит? Что с нами сделают, Миллер? Прихлопнут, и тебя, Шацкой, заодно с нами. Хоть ты и влип в это дело случайно. Эй, приятель, придержи бочку! Шацкой! Терпеть. Топи пароход чертовой матери вместе с той сволочью. Открывай кран. Какой кран? Да ну, как его там у вас? Ну, Кингстон, что ли? Как там по-вашему? Все одно насмерть везут. Открывай, братишка, не мамы! Нехай бы они с нами сгинут, собачьи. Ну. Миллер, открой! Ты боишься? Я сама найду Кингстон. Пусти! Стой! Пусти! Ну не распустила большевичка. Так ты заодно с белыми, гад! Не бей его! Давай! Давай, говорю! Пустите! Не трогайте его! Оставьте его! Опа! Есть! Есть бумага? Покури, друг. Махра мозги прочищает. Це хлопець. Оборотливый хлопец. Матери его читага. А ну тихо! Все дурите, братишки. Их пластинка кончается. А из нас 5 останется в живых. И то дело. Так, ежели... Ну, да, конечно.
Ну-с, господа товарищи, с приездом. Здесь вы можете спокойно провозгласить вашу советскую власть. Сколько дней мы протянем без воды? Надо было потопить пароход.
Миллер! Миллер! Парус! Нас заметили! Режем винта. Режем. Соли мы это не видели. А наш ученый с катушек слетел. Никуда, говорит, не поеду. Солнце, говорит, буду ловить. Его, говорит, здесь до черта. Поедет. Куда едешь, русский? На планету Марс. На солнечное купание. Зачем трогаешь девушку? Тю! Отцепись ты от меня, сатана! Решай, Шацкий. Поезжайте, друзья, без меня. Через пустыню. Идем.
держи. Прощай, старик. О нас ни слова. Эй, чё, Достар? Воды! Советские робинзоны, удираете? Сам ты робинзон на обитаемом острове. Приятель, будешь работать с нами, понятно? Большое дело, Слави. А ты, Аджар, работать с нами будешь? Ну, что молчишь? Мою невесту не тронь! Ух ты какой! Можно ему доверить эту бумагу? Передай эту бумагу кому? Советской власти. Мой доклад о пустыне. Thank you.
а парохода с водой нет, начальник. Дай покурить. Вон смотри, видишь? Ты что? Тю! Как человека прошу, отцепись. Эх, и здорово же это придумано! Солнечная энергетическая машина. Зеркалами ловит солнце, как кабанчиком в мешок. Кипятят морскую воду, а получается пресная. У старика шарики вертятся, даром что тихой. Он теперь вашу пустыню прижмет. Ну, а то что? Ну, сидите, навоз нюхайте. А как кинетесь покушать, ничего-то нет. Ни тебе хлеба, ни тебе кавунов, рыба, да рыба одна. Жизни своей не рад. Пора пробовать. Надо пускать воду. А Миллера все нет и нет. Начальник идет. Давай пробуем. Идет начальник. Ну, начинаем? Наконец-то! Я должен вам сказать, друзья мои, что ну, только что... я думаю о твоих хозяйственных делах. Можно поговорить и после. А сейчас давай лучше займемся пустяками. Пуском первой солнечной машины. Ну, ладно. Включите насосы! Есть насосы! Пустите пар в опреснители. Есть пар! Работают контрольные приборы. Работают? Характер выдерживает подлое.
Еще 40 кибиток пришли из пустыни на стройку, начальник. Что? Прикажешь выдать воды? Да, по ведру на человека. Скажи, что потом прибавим. Впрочем, постой. Ничего не говори. Иди. Пресная. Эх ты. Ой. И напою ж я тебя водичкой. Ну так вот. В связи с расширением строительства. Необходим немедленный приезд в Москву. Только ты не зарывайся. Все это очень здорово. Но помни, ты работаешь для людей. Пока твоя установка пойдет, надо продолжать поиски колодца. Ну, прощай. Про людей не забудь. Вот они тебе помогут. Прощай, заноза. Счастливо. Прощай, Джад. Ну, Алибек. Прощай, Амар, прощай. Это весь запас воды? Нет парохода с водой. Третий день сторожу пустые ведра. Дай воды, девушка. Опять соленая.
Черная гора. Понял? Верблюжья тропа. Понял? А это здесь. Хватит тебя! Ты не верблюд! Ты не брат! А я подержу мальчишку! Становись глазами! Начальник, я узнал, где колодцы. Подержи, голубчик. Я копаю колодцы. Давай, давай людей. Вон, вон оттуда. Держи, тебе говорят. Брось, начальник. Слышишь? Без воды умираем. Пропал пароход с водой. Пароход не может не прийти. Вода будет. Надо подождать. Чего ждать? А? А? Когда пустим солнечную машину? А сейчас людей я тебе не дам. Мне нужны люди для окончания стройки. Понял? Ну, держи. Начальник! Чего ты раскричался, приятель? Я тебе не приятель. Уходи. Мешаешь работать. Прощай. Жалеть будешь! Плывет вода. Будет вода. Вот, вот плывет вода. Поворачивает море, пристать не может. Чертовой матери такую работу. Я за эту соль погибать не обязан. Thank you.
Солнце убило его во славу начальника. Опять соленое? Бурение надо прекратить. Ненужные траты энергии, а рабочую силу отнимает. Поймите, сейчас все дело в солнечной установке. Надо собрать. Надо, надо! Надо людям воду дать! Вы слепой? Подумайте, 70 градусов жары. От ваших разговоров о воде у всех пересохло в горле. Гузар, будешь работать с нами? Не надо! Рука твоя мертва. Но моя рука отомстит за тебя, приятель. Тю, отцепись ты от меня, сатана. Воды, воды скорей. Обманщик! У него нет воды! Эй, вы! Люди! Эйки! У него нет воды! Раздайте работу! Раздайте вы там наверху! За меньшую обиду храбрый убивает врага. Пустынь. Мы были вольнее, как ветер. Кибитки есть. Вот что я придумал. Начальник.
Затевают что-то приятели наши. Установку разбили. Все меня бросили. Все, все. Людей мне нужно, заноза, людей. Вот уж действительно черная пасть. Тю, да тут же скрозь люди, что ты ослеп? Воды надо. Ковуны-то на огороде пропадают, а мы... Что мы делаем? Люди снимают кибитки, уходят в пустыню. Они устроили праздник из нашего поражения, а мы киснем. Что толку от них, от ваших людей? Вы нелепый фантазер! Их нужно остановить, заставить остаться. Чепуха! Нет, не чепуха! Я их остановлю сама, если вы такая тряпка! Тю! Миллер, как хорошо, что ты приехал. Что здесь происходит? Что здесь происходит? Пустыня поднялась. Казаки работать бросили. Казаки? А? Работать бросили? Ты что? Солнце ловишь, а людей проморгал. Стой! Бумага есть? А? Есть бумага? На, покури. Махра мозги очищает. Приездом. Не ходи, тебя убьют. Не ходи, тебя убьют. Thank you.
Дал Достар! Кто победитель Тоя? Ты! Слово победителя. Закон для вас или нет? Тогда слушайте. Вы бросили работу, сломали машину, обидели женщину. Зачем? Где вода, начальник? Я дам вам воду. Я дам вам воду. Как победитель Тоя, я говорю старикам. Ведите на забытые колодцы. Веди, Алибек. Веди, Алибек. Попался старый шакал. С этими дикарями невозможно работать. И с Миллером тоже. Драться вздумал. Я поеду сам за людьми. Напрасно. Почему? Почему? Почему он так долго не возвращается, Николай Михайлович? Миллеру, ни им я не верю. Как? И они мне не верят. Как вам не стыдно, Николай Михайлович? Друзья, этот человек сделал великое дело. Его машина даст воду пустыне, превратит ее в богатые поля. Если не вы, да не... Конечно, и вы, и ваши дети, и внуки ваши всегда с благодарностью будут вспоминать имя этого человека. Но он был занят большим делом и не заметил ваших страданий. Он не помог вам. Так вот... Судите его сами. Смотри. Этими руками я ломал машину. Этими руками я ее починю.
Николай Михайлович, ну, будем работать. Ты, ребята, вот девка, ну прямо золото, а не девка. Ой, ну прямо всю душу вымотал. Отцепись! Отцепись, сатана! Ты понимаешь? Не нужна она мне. Не нужна. Бери ты ее себе в жены, да поскорей, чтобы греха не вышло. За работу, друзья! Веселей! Слушай, начальник, что тебе скажет Бекмемет? Как человек придумал, а? Большой начальник. Солнечная машина. Идет человек. Вертит зеркало. И ловит зеркалом солнце, как шакала мешок. Морская вода кипит на солнце, как на костре. Отсюда она льется, сладкая и холодная. У начальника этой машины много шариков вертится в голове. Они быстро вертятся, а он долго думает. Начальник, нашу пустыню раздавит, как змею.
Что бы вы делали, старики, без большевиков? Сидели бы у кибитки и нюхали бы верблюжий навоз. А что бы вы ели? А? Не ели вы ни хлеба, ни дыни, одна рыба да рыба. Одна печаль делается у бедных людей от этой рыбы. А кто придумал эту машину, приятель, а? Ленин. И наш начальник. Помощник Ленина. И мы. Слушай, друг, и пойми, я пою про великую правду. Слушай, друг, в нашу землю пришли из Москвы люди Ленина, Сталина, горячим и дружеским сердцем, веселой душой.